Не помните? Зря, кстати. Такая была реклама в свое время, когда нам государство выдало акции, а потом Хопер Инвест все это дело с... Не слышали. Зря. У нас вообще сейчас отношение к акциям, как и отношение ко всему, немножко сложное, потому что я бы мог бы всем хорошую рекламку сделать, но ко мне не обращаются. А сегодня я просто буду молчать. Потому что зачем я буду говорить о том, о чем говорят люди? А почему вам электрофил нравится? Ассортимент. Ассортимент, да? Спасибо большое. Вам нужные вещи здесь продают? Конечно. Я поэтому этот магазин, я неправильно зашел в тот магазин. Ага. Я обычно захожу в этот магазин, я здесь беру товары. То, что мне надо, тут все есть. А какие здесь специалисты качественные, которые вам все это дело объясняют? Да, да. Пришел, вот девушка, думаешь, тебе ничего никто рассказал, что здесь точно грамотный вариант. Нет, они все объясняют. Вот когда ты даже не понимаешь, спрашиваешь, они все разъясняют. Покупатель очень доброжелательный, хорошо относится. Мне то нравится. Есть вам нравится, да? Нравится, да. Я постоянно в этот магазин захожу. А почему все-таки в электросилу пришли? Не знаю, привычнее, себя удобно. Привычнее, да? Да. И в принципе ценники-то нормальные? Ну, устраивают. Устраивает. Раз сюда ходим. Не особо не сравниваю, нет, что так часто занимаюсь. Ну, в принципе, как бы можно людям говорить, что почему бы и не электросили, вы могли бы себе купить нужные товары, правильно? Да, верно. Спасибо вам огромное. Не каждая красивая девушка сюда приходит. А вы очень красивая девушка. Почему все-таки в электросилу приходите теми вещами, которые вам нужны здесь? Ну, потому что близко. Здесь близко, живу. Да? Да. И ценники абсолютно нормальные? Да? Да, адекватные. Можно людям говорить, пары ходите. Приходите. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы довольно частый гость электросилы? Да, часто. Почему сюда приезжаете? Что вы здесь покупаете? Вам это вообще нравится здесь? Ну, очень большое разнообразие товара, цены довольно приемлемые. То есть можно говорить, приходите спокойненько. Да. За то, что рано или поздно все равно все навернется, логично. Тем более, да, тем более я здесь рядом живу, очень удобно. Тут все есть, в принципе, все, что надо для быта. Скажите, пожалуйста, вот вы что-то здесь покупаете. Вам это нравится, электросила? Да. Нравится. А почему нравится? Консультируют хорошо, все есть у них. 4-8. Давайте 8. Ценники нормальные? Нормальные, да. То есть жить 300, можно, да? 320. Можно. Спасибо вам огромное. Посуда, если не сложно. Вы наверняка что-то себе решили купить хорошее. И наверняка это будет красиво. Ну да, должно быть не только красиво, если электрика, то это и надежно. Вот и безопасно. Надежно и безопасно. Я себе то же самое сделал такие штучки под названием прикуриватели вот из этих вещей. Красиво было. То есть мы будем говорить об электросиле как о части нашего бытия, правильно? Без электричества у нас ничего не получается, правильно? Нет, не получается. А мы бы хотели, но все равно рано или поздно все это дело близнется. То есть мы должны обращаться к тому, у которого нормальная цена. Ну, в общем-то, да. Ну, я в этом магазине часто бываю, потому что недалеко от дома и я от работы. И ценники вас устраивают? И удовольствие тоже, в общем-то, да. Приятный магазин, чистый, светлый, красивый. Спасибо. Я бы, конечно, забрал его себе, потому что грибы вкусные, но грибы в городе Магнитогорске лучше не есть. Тема немножко другая. Где мы находимся? Комсомольская, 17. Что за моей спиной? Электросила. Нужно ли вам что-то говорить? Нет, ничего нужного не нужно будет вам втирать. Потому что люди не втирают. Люди показывают, что электросила для них уникальный и качественный вариант.